природе, немножко о природе. Птицы словно сошли с ума. Так шумят, не находят себе места. Тут просто такая туча, короче, серьезная. Я думаю, наверное, будет хороший такой ливень добрянский. Такой серьезный, как я сам. Такой конкретный, такой смоет как бы. Многое на своем пути. А я на своем пути. Понимаю, что это да, это не шутка, где-то уже за спиной там метров 300-500, может даже километр. Уже наверняка там хлещет, я так чувствую, даже ветер такой стал холодный. Надо прислушаться надо. Так гремнуло, короче, я думал, сейчас еще раз гремнет. Поэтому я говорю, надо прислушаться вообще. Серьезно, так вот по мосту идешь, сзади туча. Как страшно. Давайте, короче, обратно посыл. Я все время с посылом. По-другому не умею. Идешь на середине моста, тебя трясет. И у тебя один посыл только. Давайте так, не бояться. Страха нет. Страха не существует. Что такое страх? Это как стрикнуло, потом трахнуло, короче. Страх это что-то такое. Вот. Стрик, трах. Вот. А трах это типа удар получается. Стрик, удар. Вообще, страх это такая штука интересная. Если так разобраться, то лучше вообще не игнорировать эту фигню. Счастья тогда будет много. Ну и вообще будет хорошо. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо, чтобы все были счастливы, никто ничего не боялся. Не было страха, всякой фигни. Чтобы просто была любовь. Любовь во всем мире. Я за любовь. Я за любовь. Любите и будьте любимыми. Пока-пока и подпишитесь.